Доброго ФПС, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами снова Шус, и мы продолжаем... Какой Шус? Капитан Шус! И мы продолжаем с вами катать в Ризен. Посмотрим, что там у Захарии за телепорт, или портал, в потусторонний мир неактивный, да? А потом постараемся уговорить его пойти с нами и вернуть мне мою гребаную душу, потому что без души хочется курнуть анаши. Ну, это так... Right. Так. Или когда Захария забирался, расскажи мне об этом. Ага. Что здесь дофига пауков, а паук меня шок. В телепорте? Это паук охотник на демонов, он достает меня, когда я в блинке. Опасная шлюха. Кстати, с пауков тоже поджелудочная падает, поэтому она не такая редкая. Думал, что только с термитов. Так. Блин, я по привычке жму пробел, как в этом, в тенях Мордора, чтобы быстрее бегать. А shift жду, чтобы красться, хотя красться здесь... Вот здесь управление нормально. Я люблю, когда shift это спринт, пробел это прыжок, control это приседание. Классика, правда ведь? О! Так. Ну что, сукин сын? Ты думаешь, ты крутой? Ты думаешь, тебе все можно? Ты! Говно! Жопа! Не, в принципе, с големами, с таким-то ножом теперь проблем немного, согласны? Раньше было много проблем. О, быстрее. А теперь не очень. Бэм! Ух, ебать! Да он до меня даже не пробивается в этом костюме! Даже когда бьет. Я мало ловлю урона. Быстрее! У него есть пара атак, которые не сбиваются, а остальные его атаки очень легко сбиваются. Ну, ты, собственно, и готов. Когда ты его лупишь... О, сапфир, дорогая штука с ней выпала. Когда ты его лупишь, они всегда в таких позициях от тебя улетают. Но то, что это не кристальный голем, уже хорошо, потому что, судя по всему, здесь полно кристаллов, которые можно добыть. А это не Захария ли здесь? И как он прошел через все это? О, Захария. Я хочу уничтожить его. Ну, это действительно неактивный кристальный портал. Кристальный портал на Таранисе. Итак, ты здесь. Конечно, в конце концов мне удалось спастись. Хороший трюк. В любом случае, этих тварей будет меньше. Почему ты ничего об этом не рассказал? Кажется, я забыл тебя предупредить об опасностях, подстерегающих в этой пещере. Один раз уже очистили ее от чудовищ, но они продолжают появляться. Ублюдок, ты пытаешься убить меня! Пожалуйста, прими мои извинения. Меня совершенно отвлекло это. Я узнал несколько очень интересных вещей об этом кристальном портале. Он абсолютно не тронутый. Да ладно. Вполне. Поток энергии реактора может быть перенаправлен сюда, чтобы активировать его. Ох, за мной выехали. Ребят, должен срочно бежать. Все. Массовое самоубийство – отличная идея. Эта шутка связывает нас с преисподней. Эта штука. Ты не забыл? Ты же хочешь вернуть свою душу, а для этого... А для тебя это шанс попасть в мир духов. Почему бы тебе не передумать? Правильно. Этот портал был построен здесь с определенной целью, но он так и не был открыт. Ты говоришь об острове и его кристаллах? Магическая энергия острова не позволяет теням открыть портал со стороны преисподней. Да, и возможно, сейчас они потеряли интерес к нему. Вот поэтому вы и не сталкивались здесь с миньонами преисподней. Точно! Теперь все сходится. Это отличная возможность заглянуть на ту сторону, не сталкиваясь с ними. Как ты считаешь? Ладно, включай эту штуковину, пока я не придумал. Хорошо, тогда где? Мне нужно сосредоточиться. Я иду в преисподнюю за своей душой. Спуститесь в преисподнюю, говорит мне. А я возьму, да и спущусь. Ни хрена, ты умеешь активировать порталы, я умею их разрушать. Сильно? Ну и? Готово. Теперь ступай навстречу судьбе, сын мой. Договорились, только я не твой сын. Войти в портал. Что я здесь вообще делаю? Такого хрена? Он просто обязан сдохнуть. Кто он? Ну и что? Аллилуйя! Пошел? Пошел, сын. Оу, неактивный кристалл, спуститесь в преисподнюю. А где мои шмотки? Это не мир, который я знаю. Он очень похож на него. Ты забыл свои сны или что? Привет, Тао. Что со мной такое? Ты пересек грань мира живых, теперь ты блуждающая душа. Но что это значит? Твой дух стоит здесь передо мной, а твое тело находится в другом месте. Ты мертв, одновременно ты жив, орудие теней, и в то же время обладаешь свободой действий. Твоя судьба еще не определена, ты можешь управлять ей, но это продлится недолго. Воспользуйся этой возможностью, пока еще не поздно. Кто ты? Я Тао, страж острова мертвых. Я такой же, как и ты, путешествую между стихиями. Я охраняю границу между мертвыми и живыми.
Как ты сюда попал? Я отправился в долгое путешествие по стихиям. За последние несколько циклов их равновесие было нарушено. Дело в том, что я искал тебя. Меня? Ты, да, ты единственный, кто может что-либо изменить. Блуждающая душа. Несмотря на все то, что с тобой случилось, ты обладаешь силой. Ты наделен великой силой. Безмерной силой. И ты не сломлен. Ты единственный, кто в силах восстановить равновесие стихий. Я твой космический папа. Ты мой космический папа? Когда-то он был раем для многих заблудших душ. А сегодня это опустевшая мертвая земля. Миньоны преисподней уничтожили все. Теперь души бродят по преисподней в поисках освобождения. Где моя душа? Ты душа, которую ты ищешь. Только во время сна ты и твое тело немного становитесь единым целым. Вот этого я и боялся. Путь, по которому вы обойдете, придет вас к важному перепутью. Ты можешь спасти себя и мир от теней, но ты никогда не должен полностью терять свою человечность. В любом случае ты погибнешь, и твое тело превратится в тень. Бля, почему я только сейчас об этом узнал? Я делал плохие поступки, я был плохим человеком в этой игре. Почему я просто не могу пройти через кристальный портал? Ты можешь это сделать, но портал — это оружие теней. Ты получишь страшные раны, твое тело умрет. Ты должен идти безопасный путь в соединении с своим телом. Как нам остановить теней? Твой враг уязвим, но опасен. Последовательно и терпеливо... Что? Но он опасен. Последовательно и терпеливо воплощает в жизнь свой замысел. Я не могу предвидеть, кто одержит победу в войне между жизнью и смертью. Но я вижу, что твоя судьба тесно связана с судьбой всего человечества. Ты должен идти своей дорогой, блуждающая душа. Тебе еще предстоит долгий путь. Пройти долгий путь. Но в конце все будет зависеть именно от тебя. Дело в том, что я уже все и так сделал. Значит, у нас есть шанс победить с тенями. Уничтожай кристальные порталы теней. Они источник силы теней и инструмент их власти. Для тебя это единственный способ остановить армию теней. Я должен был это понять. Я хочу немедленно выбраться отсюда. Я могу снова восстановить связь с этим телом, но постой. Я слышу прилетение теней. Давай-ка я впишу ему. Он обнаружил нас. Быстрее, ты должен уйти. Слышь, а кто ему? Я же должен ему вломить. И с левой, и с правой, и с левой. Ах ты, мой дух покидает группу. Захари, слава святому пламени, ты вернулся. Тебя не было несколько часов. Часов мне показалось, прошло несколько минут. Что ты видел? Мы должны немедленно закрыть портал. Я уже не могу его закрыть, он активирован. Скажи мне, ты правда был в преисподней? Да, но мне кажется, тени меня заметили. И теперь вопрос времени, когда... Да ёб же ж твою мать-то, а! Коля! Коля! Скипетр положь! Так, каждый сам за себя. Сначала надо убить Ада. А потом уже брать... юношу. По два выстрела за раз. По два выстрела за раз. По одному повелителю тьмы в круг. Ох ты ёпту. Ну все, давай, разбирайся там с остатками. А я размотаю этого сукина сына. Помощь уже близкая, Вак Захария. Ты нужен мне жив лишь для одной цели. Душу мою восстановить, ага. Готово. Так, сейчас мы полутаемся. Я не знаю, зачем мне бабки в этой игре, но явно пригодятся. Оружие теней, оружие теней, оружие теней. Скипетр теней. Сердце черное похаваем. Нормально. Так, ну что? Захарченко, наверное, на этом устрое твое исследование закончится. Да, боюсь, что теперь мы должны сражаться на угрозе из преисподней. Я и не знал, что они используют такие методы. Я обязательно должен зафиксировать это в своих документах. Твоя работа здесь закончена, ты нужен мне, чтобы провести обряд духа. Ты действительно серьезно об этом говоришь, да? И откуда ты знал все это в душе и обряде? Из древних записей на Каладоре. Мне помог Элдрик. На Каладоре говоришь? Друид Элдрик, да? Я хорошо знаю Элдрика. Он не послал бы тебя ко мне, если бы не был уверен. Хорошо, я помогу тебе. Скажи мне, где будет проводиться обряд, я прибуду туда. Обряд духа будет проходить на острове Килла. В очень экзотической паучьей пещере. Паучьей пещере? Хорошо, Элдрик узнает, что нужно сделать. Я отправлюсь в путь, как только закончу здесь. Увидимся на Килле, мальчик мой. Скажи Нерону на галере, что с этого момента он должен помогать тебе на море. Альянс с магами? Галера? Будь здоров, портал в ад. Ты хорошо мне послужил. Ты можешь быть разрушен в сопли. Так, теперь. Альянс с магами. Где находится господин Нерон? Вот вопрос. Я могу туда телепортироваться. А Нерон находится... А, понятно. Так, мне тогда сразу вернуться на свой корабль, наверное, надо. Раз уж такая песня. А по обряду духа все. По обряду духа я пошел возвращать свою душу, и сегодня, похоже, мы станем единым целым. Все маги со мной, все друиды со мной, братья ночного дозора со мной.
Мне подарили безумную инквизицию. Капитан Себастьяна, его корабль? Значит, нужно приготовиться к бою. Видимо, да, это будет непросто. Лучше, как сказать, Себастьяна! Парень, который убил маленького толстячка, у которого был ключ. Камень-ключ, который своровал некто Хорос. Ну, в общем, опасная вещь. Глупец Себастьяна, надеется, что сможет что-то сделать. Один раз я ему уже ввалил. Два раза по четыре будет восемь. Прости, брат. Я не хотел. Так, это что? О, там, кстати, выжженные земли, да? Уже начинаются какие-то. Нет, там просто пляж. Похоже на выжженные земли. Так, слышь, где этот чувак? Теперь твой корабль, мой корабль. Где ты, наверное, наверху стоишь? Ты же главарь, Нерон. Эй, погоди. Даже иди к нашим недоумок, или пожалеешь. Недоумок? Я тебе покажу, кто тут. Мне прекрасно хранить галеру магов. И я не припомню твоего лица, хотя... Это и ты недавно прибыл в порт. Да, это я. Ты ведь издалека, да? Как у нас дела? Должен помочь мне своей галерой, короче, с тенями. Серьезно, но приказ начальства. Ну хорошо, я подготовлю галеру к вам. Мы встретимся в порту Антигуа. Антигуа — это не самое старое пиратское логово. Да, так и есть. Хорошо, это место мне знакомо, это Антигуа. Отлично так бежать. Ну все. Так, теперь fast travel на корабль. А вот и нет. Штурвал, поднять паруса. А, мы пилим непосредственно куда? Душу. Мне нужна душа. Да-да. Мы помним. Угу. Глупый инквизитор Себастьяна. Ему не понять, что однажды проиграв в групповом этапе, в плей-оффе ты не выиграешь этого же соперника. Так просто не бывает. О, сука! Это то же самое, что было с этим самым. С Морганом. Сейчас опять... Бля, слышишь, вот тут халтура! Ну ты попал! Эта халтура вообще страшная просто. Ну это же не Себастьяна, он был толще. Это был какой-то мудак. Ой, боже мой. Инквизиторы. Какая... Подожди. Какая сабля? Солдаты, я пошел. Бомба сейчас... А нет, с пушек стреляет. А мне похуй. Ясно. Давай к пушке! А нет, смотри, что-то новенькое. Где? Какой пушки? Использовать. Я нажал. Не работает. Да я иду к пушке. А вот отсюда что ли? Я не могу понять. Вы заметили, ребята? Появляется использовать. О, посмотреть. Здорово. Опа. Несука. Давай. Несука, получай. Левый контрол укрыться. Понятно. На. Просто мидшот. Блин, мне больно делают. А можно отойти? Отойти от пушки надо. Немножко захилиться и сесть обратно. О, нормальная тема. Парни, ну что же это? Ёб вашу мать. Я буду стоять как с автомата по вам. Работает вообще? Я бы лучше с мушкетой их пришил. Очистите палубу вашего противника. На тебе, мидшот. Слышь, а ведь больно делаю. Я не совсем пока понимаю это управление, честно. Это кто там? Себастьяна, что ли? Солдат. Так, этот парень мне не опасен. Мне сейчас опасен единственный чувак, и он находится здесь, вот на этой сраной пушке. Ох ты! Нормально. Ожидаемо. Мидшот! Ему надо вписать мидшот. Вот такой. Он все еще успел жахнуть. Он все еще жив? Перестрелка. Чистая перестрелка. Отлично, этот убит. Теперь месим остальных. Не особо торопясь. Ой, боже мой, прости, брат. Это было слишком жестоко, я согласен. Тут так трусит еще, ёпта. Можно двигаться? А, двигаться можно так.
тихо вообще. Так, вот этого молодого человека надо снять. И там один остался, вот на той палубе, черт знает где. Сейчас сходим. А кто стреляет, интересно? По этим парням нельзя стрелять. Вот этот молодой человек. Все, дело сделано. Дело сделано. Да сдохни уже. Сучий ты сын. Что? Он там просто кричит. Есть. Очень довольно-таки. Очисти по вашему времени. Готово. Наварнаш, сука. Ох ты, ёб твою мать. Одна инквизиция кругом. Минутку, минутку. Два выстрела за раз. Два выстрела за раз. Будь здоров, будь здоров. Где ваш главарь? Где жирный? Мне нужен жирный. О, нет, это какой-то му... О, толстяк. Ты пожалеешь, что связался со мной? Ты уже... Что? Что? Жарабас. Ты кого наебать вздумал? Ты с двух выстрелов умираешь. Все, он умер? А как же плен? Инквизиция потерпит поражение, как и всегда. Потому что она не святая. Морской бой с Себастьяном. Подожди, так если я завалил Себастьяна, может я смогу еще альянсы. Так, я думал, Себастьяна пришлось повозиться. Да не, хорошо, что нам удалось с ним справиться. Его корабль может поможет нашему делу. Солдаты на борту, которые корабля инквизиции, оказались умнее Себастьяна. А то они будут следовать за нами до окончательных бед над врагом. Я надеюсь, так и будет. Бонс! Мертвого... Ох, господи! Дальний бой, дальний бой. Влияние. Все, достаточно. Чего-то так много у меня этого. Экспириенса было в последнее время. Журнал, обряд дуга. Мне нужно подготовиться к обряду, однако для этого понадобится кое-что еще. Три могущественных мага, подходящее место для обряда, заклинание мощное, разрушить стену. Когда все будет готово, нужно сообщить об этом Элдрику. Вот черт, надо все-таки было перейти к Элдрику, да? А Элдрик находится, естественно, на Каладаре, да? Ладно, поднять паруса. Каладар. Переиграем немножко. Я думал, он уже догадался, что все, подъезжаем, я поехал за последним магом. Они будут на экзотике. О, все? Лол, так быстро. Так. Где там у нас? Слышь, старый развратник или кто ты там? Друид. Давай это. Упетлял быстренько на киллы. Прикинь, как этой Чани вообще халява, да? А ей даже ехать никуда не надо, оно все само собой. Для нее. Так. В сторонку Сирил. Большие дяди здесь будут сейчас базарить. Элдрик. По поводу обряда духа. Захария поможет нам провести обряд. Это хорошо. Я знал, что мы можем рассчитывать на него. Все готово к обряду. Давай отправимся на Килу. Да, мы готовы. Нам всем пришлось проделать нелегкий путь, но стало время избавить тебя от страданий. Перед этим мне нужно... От страданий? Избавить? Еще куда-то? Встретимся на Киле. На Килу. На корабль. Тень под водой, здоровенная. Опять! Он выглядит быстрее, поэтому чем просто. Я отлично справляюсь с морскими чудовищами. Едем на Килу. Самое здоровое, говорит. Да-да, ужас среди глубин. 10 тысяч опыта, изи-бризи. Так, помню. Очень большой, говорит. Все, поднять паруса. Где? Где он? Что? Где он? Он сзади? Нам нужно в открытое море. Мы должны свалить в открытое море, не иначе. Тут будет поудобнее. О, вон, вон, вон. А, это летит херня, от которой она стреляла. Ладно, давай вернемся к нему. Самое здоровое морское чудище, говорит. Сейчас мы посмотрим, кто тут здоровое. Это я морское чудище. Ага, вижу. Сейчас бахнем. Она ушла на дно. Не очень хорошо. Так и где оно? Ага, понял. О, оно вообще с костями. Огонь с борта, сука! Перезарядить борты! Быстрее перезарядить борты!
Нормально, тоже подойдет. Ну-ка, стой, куда ты нырнул? Попал, попал. Пол хп есть. Осталось еще пол. Морское чудище может быть только одно. И вот оно, за штурвалом. Сзади? Сейчас заскочим на огонек тогда. Увидите? Я немножко потерял его. Наверное, где-то здесь в бухте плавает. По звукам было так. Черт, где же оно? Так а где оно? Не дай, говорит, ему уйти, я тут плаваю, черт, где оно? Вы шутите, да? Шутки шутите, смешно? Я понятия не имею, где он. О чем ты, дядя? Какой убежать? Его нет. Оно уже убежало. Где там моя пиратская водичка? У-у-у. Пиратская водичка всегда со мной. Ну типа и чё? Где? Догони. Ты поехавший, Бонс. А, вижу. Вон там оно, что ли? Похоже, что там. Огонь! Артиллерийскими залпами. Слушай, у меня пушка многозарядная, да? Она так бахает. Вот за такую бы пушку на море, знаешь, не убили бы. Так же, как... Опа. Так же, как и за это, помните? Как и за самозарядный дробовик. Уже догоняю. Ой, ребята, плохо дело. Ой, хорошо взял. Правый борт. Как все в волну ушло. Правый борт еще раз. Ебо. Ебо. Что происходит? Правый, сука, борт, сука. Как ты? Почему ты не попадаешь? Судно идет пиздец, судно идет ко дну. Оно ранено, да мы ранены. Ёпту. Бля, чувак. Ужасно. Опять оно, то ли. Так, надо очень сильно сейчас постараться. Очень сильно, хотя уже походу пиздец. Оно как-то с волну уходит. Все снаряды. Это не корабль, это какая-то лодка. Но нестабильная, нихуя. Сейчас справа будет выстрел, надо его пробовать заэвэйдить. Он что, занырнул? Вот здесь, да здорово, мне еще одна плюха и все, идем ко дну, братан. 2 тычки просто ушло в волну, так обидно. Где оно? Я слышу, но не вижу. А вот теперь и слышу, и вижу. Да ёб твою мать-то! А, оно под нами, оно нас бахает. Ну все, получается. Судно еще ударчики и как бы едем на дно. Да вижу я. И сейчас он под днище нам даст. Просто ебашим вперед от него. Нет, посмотри, еще живые. Чудеса. Приготовить орудия! Сегодня мы ужинаем в ебаном аду! Пизда. Такие дела. Был бы еще на тычку, победили бы. Охуеть. Короче, все. Игрушки кончились. Отвечаю. Где эта паскуда? Вон вылезла.
Я тут еще понял такую систему. К концу игры, что, оказывается, эти чудища на карте подсвечиваются. Это не то, что было бы изи, да? Но... А, плюется гадина. Вправо уходим. Хорошо. Прицел, прицел на него, быстро. Пускай жрет, тварь. Уходим. Похуй, с борта ему. Нормально, нормально писали, хорошо. По крайней мере, пока оно не грызет корабль на фулл хп, это уже хорошо. Давайте-ка мы быстренько отсюда съебемся. Вообще, самый конченый был файт из всех. Он настолько... Вот когда вы помните, оно было с правого борта, оно сквозь прошло, и борт начало крутить как Мазду на 360. Есть, тогда должен посмотреть. А, ядро! Ну, как это вообще возможно? На, по хвосту тебе! Так, теперь сваливаем. Сейчас у него мало хп, прикончи его, оно в открытом море, и поехали опять. Эта песня хороша, начинай сначала. Где-то по сзади. Понял, вижу на радарчике. Ах, чертова посудина. Жалко, нельзя ее прокачивать. Я бы уже это чудовище здоровяка расстрелял. Как? Кто? Откуда? Что тут второе, что ли, есть уже? Вы видели? Откуда вообще эта штука прилетела, по-моему, зеленая? Я вроде полил туда, ничего не было. И какие же волны. Уже в открытом море? А, не, вот оно. Нате! Ковборщец. Но на его старую позицию нет смысла плыть, сейчас он появится в другом месте. Опять у нас пол хп, оно ж не било нас. Там 2000 зеленых прилетело, уже меньше, чем половина хп. Что произошло? Как это вообще могло произойти? Ну поехали. А, вот тычка. Корабль под на дно ушел. Попади, сука. Еще попади. Еще попади. Этого мало. Больше урона, быстрее. Больше урона. А, нормально. Так, ну и вот оно в открытое море пошло. На пару тычек. С бортов нахер надо. Да ну нахуй. Это типа оно... Еще бы нет, оно в другом месте на карте. Здесь рифы. Да. Прикончи его. А вот по нам летит птичка. Одна, сейчас будет вторая и все. Аля ули. Да, вот корабль, когда вот так вот на дыбах едет, мне очень нравится. Я люблю просто корабли на дыбах. Не могу сдержаться, когда вижу корабли на дыбах. Нет! Фокус борта ему! Нормально, нормально. Пойдет. Сейчас хоть тебя не начало крутить. Морское уебище. Все, что я могу сказать. Ужас морских глубин. Скип. За всех 1000 дым? Что за бред? Это было вообще жутко. За него десятку дать. Я думал, на этот раз мы не убережемся и быть нам у него на брюхе. Надеюсь, это был последний. Пускай нападает. Добрались. Ну, капитан, ты по на корабле родился. Я горжусь, что смог служить вам. Издеваешься? Нет, мы все еще живы, все замечательно. Так жаль, это во мне. Нет! Обряд духа. Накилу. Пойти к оракулу сходить, говоришь? А как насчет пройтись мне до моего кореша Сэмюэля, который там стоит наверху все это время и скучает без меня в храме? А Сэмюэле все позабыли. Бедный, бедный Сэмюэл. Я помню про... Опа, мясо можно жарить? Отлично, провианто. Мы его, кстати, поели неплохо так. О, сотка есть, нормально.
Это, кстати, у нас еще куча всякого бухла фирменного, да? У нас же с вами, мы пьем дешевое пойло, по-моему, да? Припасы. Да, мы дешевые. Есть Грок, который вообще по 50 регенит. Кровавая Мэри сотку делает. Ром 70. Давайте пить ром теперь. Йо-хо-хоу. И бутылка рому. Переходим на элитное бухло. Дешевое спиртное, это уже не наш вариант. Совершенно. Так, как там я ходил, кто помнит? Какие повороты где? Так, ну, допустим, здесь поворот. Опа, что это? Гриб духа, цветок духа. Ну тут точно сейчас не налево, а направо, потому что дверь открывалась. Сейчас чуть левее надо взять. Вот сейчас чуть правее. И Сэмюэль где-то здесь будет. Сэмми! Сэмми, ты где? Ой, Сэмми ушел, ребят. Что ж делать-то? Сэмми-то тут и нету. Не повезло нам с вами. Сэмюэль оказался не найденным. Жаль. Придется без него. О, привет, парни. Маргалот. Элдрик. Итак, все практически готово, мой друг. Мы можем начинать обряд. Ты готов? Нет, но у меня все равно нет выбора. Давай начинаем. Все будет в порядке. Встанем в центр, и сейчас мы начнем. Великие маги собрались. Мы собрались здесь сегодня ради души этого жалкого... Сам ты жалкий. Тогда начинай. Хорошо. Ты и так долго ждал. Начнем церемонию. Спокойно, друг мой. Непереводимые игра слов. Взываем к тебе, дух. Услышь наш зов. Я не знаю, что это. Некролот, наконец-то все закончилось. Надоело ждать этого момента. Благодаря вам, я теперь владею самыми могучными чародеями Южных морей. А, я у вас в долгу. А ты еще что за черт? Я Некролот. Я наблюдал за тобой. Я был там, когда у тебя отняли жизнь. И я буду там, когда она к тебе вернется. Иди нахрен. У меня здесь очень важное дело. Твое дело сделано. О чем ты говоришь? Ты сделал то, чего не смог сделать никто. Ты привел ко мне трех величайших магов Южных морей. Преподнес их мне, как спелый плод на блюдечке. Значительное достижение для бездушной пустой оболочки. Тут же как бы не антиматерия. Магия здесь не работает. Ты скажешь, это все лишь была уловка? А, в точности, как я и задумал. Но вряд. Все, чтобы освободить меня и привести сюда. Элдрик. Это я внес изменения в древние описания ритуала. Это я забрал душу твою и отправил тебя на задание. Это я тебя привел к книге, чтобы ты смог собрать вместе трех великих чародеев. Скоро вы все будете свидетелями моего блистательного восхождения. А затем я заберу то, что принадлежит мне по праву. У тебя ничего не выйдет. У меня уже все вышло. Теперь меня никто не остановит, даже ты. Берегись. Ты больше не на что. Тебе больше не на что надеяться, заблудившийся. Черт, моя душа идет на днище, получается. Сука! Бонс! Ты-то! Получается, и Сэмми был замешан, он же ушел. Где мой ром? Глава 4, Некролот. Маргалот, хватит всего этого дерьма, что пошло не так? Я сделала то, о чем меня просили. Я думал, ты защитишь пещеру, чтобы не... О, ты позволил врагу пройти сквозь мой щит, маленький человек. Твои чародеи сотворили заклинание, которое призывало Некролота. Мой щит бесполезен против того, что находится изнутри. Это просто куча дерьма, и ты это знаешь. Да, но это твоя куча дерьма. Не нужно обращать мою. Это было хреново, но черт возьми, могло быть еще хуже, неужели? Ты все еще жив. А, так значит, тогда ты предатель. Ты с ним жил отвораться дома. Нет, но я подозреваю, кто это мог делать. Кто? Я часто видел, как Хорас по ночам уходил с корабля. Иногда он сусал несколько часов. Я выяснил, что ему приходилось бывать на разных островах, на которых раньше приходилось добираться по несколько лет. Он бывал даже на Каладре. Я подозреваю, что Хорас прочел заклинание в том месте, где ты нашел его. Теперь я знаю, что делать. Тебе не нужно спешить, если ты хочешь стать Хорусом. Разве не на корабле? После всей этой ахинеи с обрядом, ты сам в это веришь? Готов поверить, что он уже на пути к Танарису. Что ты так решил? Я подслушал разговор на палубе, когда он рассказывал о реакторе магов. Он что-то задумал. Что именно? Больше хочет испортить его, устроить утечку и... Откуда я знаю? Я же не специалист. Мы должны как можно быстрее убить генерала Магнуса. Еще кое-что. One more thing. Да. Перед тем, как мы отправимся к Магнусу, должен еще раз поговорить с Дрейком. Я слышал, что о тебе говорят охотники на демонов. Я думаю, что тебе пора присвоить звание Темного Воителя. Ха, окей.
Пора бы. Да, идем. Конечно. А ты, сука, посмела наебать меня. Сэмми тоже сдохнет. Никакой пощады предателям. На корабль. Так, нам нужно поехать сейчас на Антигуа. Там сказать, что... О боже мой, как мне еще надо сделать. Так, а с кем там поговорить? Звание — это огромная честь. Она находится на... Ясно. Нам сейчас нужно на Токари... нужно на Антигуа. Так. Поднять паруса Антигуа. Заехать туда по-быстрому, закупить дроби, сказать парню, что Инквизиция с нами, капитан Кроу нападает на наш корабль. Я читаю ситуацию просто, если что. После того, как капитан Кроу нападает на нашу посудину, мы его пиздим, говорим, что все, тебе конец. Не, он говорит нам, все, тебе конец все равно, ты бездушная скотина, как и твой батя, будешь гнить вместе со мной. Дальше. Дальше-то что? Дальше получается... Что это такое? Череп катается? А, я думаю, что это за ебать? А, дальше что там должно произойти? А, найти Хороса, выпилить Хороса. Ну и дыра. Ну так. Еще пара вопросов. Пара слов. Слушаю. Маги помогут нам. От большой радости чистить. Сдуреть можно. Я никто не думал, что их обоих в Аркадабру веришь. Я имел в виду не то, и раз они воюют в нашей стороне, то совсем другое дело. Доводилось мне сломать порогами шаров. Когда они тебе припекают шкуру, а просто попадают сразу, отлично так держать. Возьми это золото, купишь все. Спасибо, спасибо. У нас корабль Инквизиции есть. А, славно, кто увидит его в море? У нас достаточно ли? Нет, они могут делать это сами. Ты привел в нашу гавань отряд Инквизиции? В своем ли доме? Расслабься, они на нашей стороне. Ну ничего себе, подокается мира. Ладно, вот золото на припасы для команды. Ради всех нас надеюсь, что не пожалею об этом. У нас чего-то все-таки не хватает, да, получается? Альянс с пиратами. Пираты. Пиратов, что ли, у нас нет, ну? Нерон, альянс с пиратами, задание. Пошли, заскочим к нему. По приколу. Мы ведь не хотим пройти игру с душой. И при этом забив на Кроу его толпу. А, тут Инквизиция стоит такая, типа, воу-воу. Нерон. Погоны дадут нам знать. А, понятно. Пусть покурят. Так, одного не хватает, и он находится на килле. Туземцы? Серьезно? Ладно, не сегодня. Предатель! Предатель! На Танранисе тусуется. Сюда фастрел. Черт, не получится. Игру не обмануть. Поплывем. О, кто-то сейчас будет страдать. Две тычки с дробовика дым. Две. Две с половиной, может. Может быть, две с половиной. Не больше. Мы приплыли. Ну что, мистер Хорос? Кажется, кончилась ваша удача. А сейчас кончится и жизнь. Хотя, в принципе, жизнь у него кончится, наверное, уже, ребята, завтра. Поэтому доброго вам всем ФП. Спасибо, что были со мной. С вами был капитан Шус. Увидимся. Пока. Покупайте всевозможные новинки в магазине shus.pro. Все четко, ровно и вовремя.